Going to open with her double twist. That's how you do a double twist. That's beautiful. Could challenge maybe Yo. Shoulders too low. Хорошо, здорово, так уверенно на нижнюю жертву перелетела, практически в стойку. Сальто это коварное для Ангелины, хорошо получается. Давай, давай. Здесь соскок. Нет, нет, все, отлично. Representing team Friendship. An Olympic medalist. A medalist in just about everything. She's been very emphatic about the fact that she believes that she's come back after this break older, healthier, more mature. She says she treats the sport differently now and thinks that's really been helping her language. A bit of time for perspective has been helpful. Подвел ее сильно. То что не засчитали, сразу. Так, да. Так, ну ладно, давайте посмотрим на Мельнику. Ангелин. Шикарно просто. О, молодец, молодец, держись. Так же и иди, Даня, девочка, держись. Тоже молодая гимнастка, 2005 года рождения всего. Послушайте, она не растерялась. Она собрала, ходится во второй очередь. Уверенное исполнение. Стоять, умница. А... Мощный разбег, ух ты. Вот и все, девушка. Приятность. Мне всегда, всегда нравится, с Тампового выходит на сальто. Запорхала птичка. Когда уже целый балл отдала нападение. Ова. Ну и очень динамично, я бы сказал. Здесь и одна, вторая связка, и я. Давай, 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 Маша! Вороне, да, и ждем, вот пока у нас системе наскок. Здесь тоже появится. Вот это был шикарный наскок, красиво. Классно, и ух ты, еще связь здесь сделала. Еще дополнительную десяточку заработала. Держимся. Здесь вот связка из трех элементов. Умница. Ой, какой отчаянный прыжок в кольцо. Чуть-чуть надо больше вау. Согнуть. Ах, вот здесь, а вот эти поворотики чуть нервнее. Вот так и вступает в силу сравнительная характеристика. Если уже лучше, все это отмечается в судейских оценках. Шикарное кольцо двумя. Кольцо. Она... Криво, танцевально. Оп, в акробатике показали. Пять и согнувшись. Пять.
двойное группированное. Контрольную задачу она выполнила. Но опять же база, конечно, оставляет желать. Вот она пошла еще делать хорошо, надо сделать. Ну, я думаю, она, может быть, она рассчитывала на больше поворот, но она его обыграла.